Село Большое Тихое Солонежинского района оказалось не таким уж и тихим. Резонанс вызвали сообщения в соцсетях о том, якобы местные дети уже больше 2 месяцев не ходят в школу. Причина? Нет учителя. Получают ли школьники образование? Специалисты Минобра и районной администрации незамедлительно выехали на место и разбирались в проблеме. Село Большое Тихое, население всего 78 человек. В начальную школу до этого учебного года ходили 4 ребенка, но сейчас педагог переехал по семейным обстоятельствам. Сегодня дети учатся в школе-интернате в соседней деревне Карпово. Каждый понедельник автобус забирает учеников, а назад привозит на выходные. Родители, конечно, хотели бы видеть детей чаще. Администрация района знает о проблеме малокомплектной школы и сейчас ищет учителя. Педагогу готовы предоставить жилье. Что касается здания школы, то оно соответствует всем нормам и готово принять учеников. Сегодня поданы запросы практически во все учебные заведения, которые могут предложить услуги педагога. Мы работаем сегодня с высшими учебными заведениями, мы сегодня работаем со средними специальными учебными заведениями, которые имеют педагогический профиль.